По делам, вон, смотри. Сейчас немножечко поснимаю тебя, потом приеду получше поснимаю. Смотри, смотри, какая машина. Посмотри. У, какие на ней цепи, только чтобы не угнали. Посмотри, вау. А вот там посмотри, какая машина. Офигеть. У нас где-то 10 километров дороги, вот так вот. Где-то 10 километров дороги с двух сторон понаставили вот таких разных машин. И, в принципе, они все одинаковые, там всякие неинтересные. Вот, вот, вот они, вот, все стандартные. Но, когда гуляешь, можно найти что-то очень необычное. Они здесь, отсюда, сюда. Это одно из самых больших кар-шоу в стране. Вон там все, можно подойти, посмотреть, что там внутри. Вот. Вон, люди гуляют. Почему-то не сидят в этом году вдоль дороги так много на сидушечках, как обычно. Вон там еще какая классная, оранжевая. Тут куда ни ткни, куда ни плюнь, будет машина, которая стоит больше, чем 50 тысяч долларов. Ага, ну вот это вот 32 тысячи. Вот, всего-то. Шевроле 1954 года. А вот это вот, ой, даже не знаю, что это такое. 14 тысяч. Вот это 51 года Ford 17500 хотят. А вот это что такое? А это Шевиль? Понять не имею, что такое. Ну, классная какая-то тоже. Ну, в общем, понимаешь, с чем мы здесь живем сейчас. Такие вот ребятки на всяких разных устройствах катаются. А вон они свой полируют. Какой классный! Какой у них классный! Они его сейчас наполируют. А посмотри, какая вон у того чувака труба. Ты на его трубу посмотри. Ты видишь, это просто нереально. Зачем ему такая труба? Я в шоке. А вот на таких тележках они, вот, гольф-карты, машинки для гольфа. И вот целыми днями они по главной дороге едут. Ну, ладно, вот, очень красивая машина, они ее так полируют с такой любовью. Просто любо-дорого смотреть. Они, наверное, ее целый год ремонтировали и настраивали. Прям вообще, видимо, очень богатые люди. Бедных людей таких машин нет. Ну все, я еще вернусь тебе поснимать. Пока.